Добрый день. Меня зовут Лысинов Евгений, я директор сети Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в Греции, в регионе Александрополис, населенный пункт. Мы будем инспектировать с вами отель Armada Plaza. Хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на мой канал. Ресепшн отеля. Мы из баров сразу попали сюда. Фрукты, десерты. Мясо, курица, котлеты. Лазанья, говорят. Ага. Рис, спасибо. Картошка. Это салат греческий. Это разный. Здесь с пармезаном. Меня просили сфотографировать греческий салат, я не знаю. Это два разных вида. Номер 512 Junior Suite. Состоит из двух комнат. Покрытие здесь ламинат. Первая комната, плазменный телевизор. Кондиционер центральный, тапочек и халатов здесь нету. Вторая комната отделяется дверью. Большая кровать. Высокая, хорошие матрасы. Здесь тоже покрытие ламинат. Есть свой плазменный телевизор, отдельный свой балкон, вид с балкона на море и на территорию соседнего отеля. Есть чайный уголок, бар у них платно. Ванная комната. Есть фен, косметика. К сожалению, света нету, не вставили они карточку. Ванна и душ. Все чисто, аккуратно. Они планируют в этом году сделать реновацию. Здесь будет более все аккуратно и чисто. Хотя и так довольно-таки все прилично. 510 King Superior. Ванная комната, пока карточку не выдернули. Душ. Все аккуратненько, чисто. Бар платно, цены указаны. Кофе бесплатно. Кофе, чай бесплатно. Кофе free. Coffee, tea free. Плазменный телевизор. Покрытие ламинат. Центральный кондиционер. Кондиционер бесплатно. Выход на балкон. Все как обычно. Вид на море, на соседний отель, на территорию отеля. Если вы хотите в этот отель или в другие, вы можете воспользоваться нашим сайтом viking.by. Там есть удобная система поиска. Также вы можете оставить свои контактные данные. Мы с вами свяжемся и поможем вам подобрать отдых в этот отель или в другие отели в Греции или по миру. Номер 203 Executive Suite. Это средний тип номера. Предыдущий, который мы смотрели, это был стандартный номер. А это второй категории. И первый номер, который мы смотрели, это был самый высокий у них. Здесь опять-таки ванна, душ, плиточка, фен простенький. Free coffee bar. Бесплатный кофе-бар. All rooms, all rooms. Ага, вот здесь вот еще есть сейф бокс. Есть сейф. Ага, здесь есть тапочки, гладильная доска и утюг.
И во всех типах номеров это, видимо, есть. Во всех есть, да. Халатов здесь нету. Здесь есть дополнительное одеяло. Экстра. Экстра, платно. Угу. Окей. Ну и здесь просто вещи. Покрытие, паркетная доска. Здесь уже, судя по всему, такой получше пол. Хорошие кровати. Номер, видите, большой. Здесь максимум, судя по всему, 4 человека может быть. It's okay. Можно 3 ребенка здесь. До 5 человек получается. Выход сразу же на... Здесь очень интересно открывать ручкой. Так, на себя сначала, потом открывать надо, так что не ломайте. И выход сразу на территорию. Бассейн. Вид на море. Номер больше, он стоит на 400 евро дороже на данный момент, чем обычный стандартный номер. Кондиционер центральный. Территория отеля небольшая. Вот она, в принципе, и вся. Собственный бассейн есть. Отель 5 звезд. Бассейн с видом на море. Отель только запускается, поэтому здесь практически еще никого нету. Бар пустой. Пляж песчаный здесь. Есть галька. Классно купаешься в бассейне и смотришь сразу на море. Здесь такой бортик, и к нему подплываете, и сразу оп. Это весь пляж. Он небольшой здесь. И здесь вот тоже, видите, можно поставить какое-то количество шезлонгов будет стоять. И вон там дальше еще есть кусочек пляжа. Небольшая галька. Когда входите, там уже немножечко покрупнее камни. Детский бассейн. Вот смотрите, вот здесь начинается отель. И вон там он заканчивается. Это вся территория. И вот, в принципе, все. Бассейн, пляж. Отель небольшой для спокойного семейного отдыха. Есть небольшая детская площадка. Терраса. Здесь находится главный ресторан и бар. Можно выйти, взять еду и здесь кушать. Спа отеля. Находится на минус первом этаже. Спа очень крутой. Красиво сделан. Зона отдыха. Здесь не пускают детей. Джакузи. Это римская. Там душ. Бассейн здесь платно. За дополнительную плату он с морской водой. Там 4 бассейна. Один с морской водой. Для того, чтобы посетить, надо принять душ. Если вы потом переходите в другой бассейн, необходимо опять принять душ, куда только прийти в другие бассейны. Здесь несколько саун. К сожалению, мы не можем зайти туда, потому что нужно специальная обувь или в тапочках, а мы с улицы, нас не пускают. Но выглядит все очень красиво. Я думаю, там хорошая сауна, спа. Комната для массажа и спа. Стоит ароматизаторов, запах приятный. Это водой массаж. Ага. Для двух персон массажная комната. И тут же джакузи. Это ванна с морской водой для ароматерапии. Ванны с морской водой для ароматерапии. И здесь вторая. Спа очень красивый. У них есть отдельно такое небольшое спа, в котором можно 5-6 человек. Здесь есть несколько массажных столов, своя собственная джакузи, душ, сауна, влажная сауна, сухая, душ, 2 массажных стола. Тренажерный зал, нельзя нам снимать, тут занимаются люди. Стараюсь поснимать вот так вот. Много тренажеров здесь.
я могу в другую аспекту. Тренажерный зал бесплатно, входит в стоимость, велодорожки с видом на территорию отеля. Все здесь хорошо, хороший тренажерный зал, много тренажеров, хороший здесь спа. Визитка. Мы проинспектировали с вами отель «Ромада». Отель хороший, крепкая пятерка. Номерной фон немножечко уже устал, но они будут реновировать. Территория небольшая, очень классный спа здесь. Там нам показывали все закутки его, и действительно он хороший. Если вам был полезен данный материал, подписывайтесь на мой канал, пишите обязательно ваши комментарии. С вами был Лысинок Евгений.